Привет, я Сергей Кузин. Я родился в Германии 50 лет назад. Моя старшая дочь живет в Лондоне, средний сын в Будапеште. А дома меня ждет маленькая 3-летняя киевлянка. Я гражданин Украины уже 5 лет. Приехал в Киев 10 лет назад. И сделал здесь карьеру, работая на радио и на телевидении. Сделал карьеру я исключительно на русском языке. Мои друзья живут в Крыму, во Львове, в Донецке, в Одессе. Везде. Я каждое утро разговариваю со всей Украиной без всякой разницы, кто, откуда меня слушает. Я хочу, чтобы мы были одной страной. Я хочу, чтобы все политики знали, что вы тлен, а музыка и одна большая страна останутся. Единая Украина. Меня зовут Ашот Арушанов. Байкерское имя – Сальвадор. Я родился и вырос в Баку, но после армяно-азербайджанского конфликта переехал в Украину. Уже полжизни являюсь гражданином этой страны, люблю ее и считаю своей родиной. Сейчас живу в Киеве, но сначала это был Крым, где я начал ездить на мотоцикле, потом Черкасщина, где основал мотофестиваль «Тарасова гора». Мне приятно осознавать, что, будучи армянином, я собираю на могиле известного украинского кобзаря людей из разных стран и разных национальностей. Но одним понятным для всех языком является русский язык. И дома я тоже говорю на русском языке со своей любимой. Але вона розмовляє зі мною тільки українською. Но мы прекрасно друг друга понимаем. А разве Украина для всех нас не является одним большим, красивым, общим домом?